Проснитесь, проснитесь, спящие души, взывает Шри Гурачандра. Сколько можно спать в объятиях ведьмы Майи? Вы пришли в этот мир со словами, он вас... Včera utrom mi slyšeli Guru Tattva, večerom pôjde mi slyšeli Guru Katha, večerom pôjde ja Kaču, čo išiel Guru Katha, v tej čas ja Kaču nemožná Guru Tattva. Harsho. Čiže, ek udáhne dete je, kad jajse ek pani kandar mi, jajse ek kamla ka khol kila hova rata. Lekin dunia mein pani mein koi cheez chhode to pani usko gala deti. लेकिन वो कमल का फूल उसके अंदर में भी खिला हुआ था। लेकिन कोई चीज अगर सूर्य का किरण पड़े तो उस चीज को सूर्य का किरण उसको जला देते हैं। लेकिन कमल को
वो सूर्य का किरण में भी खिल जाता है, जो पानी जो अंदर भी कैसे खिला हुआ रहता है, पानी सड़ा नहीं देती तो सूर्य का किरण उसको चला क्यों नहीं देती, बोले कारण है कि तो उसका जो कमल नाड़ है चूंकि वो मिट्टी में जुड़ा हुआ है, इसलिए कहते तो उसी तरह हम भी अगर श्री गुरु जी के साथ में जुड़े हुए तो ये संसार ही ये पानी है, संसार में जो दुख कष्ट है यही सूर्य का किरण है, लेकिन इस संसार में भी हम खिले हुए रहेंगे अगर हम श्री गुरु जी का चरण आश्रय करते हुए रहे तो। Он сказал, что как это святый лотос, это он живет, растет в воде. Если мы будем касаться любой что-то, если мы будем касаться водой, это сразу портится. Ну, лотос святый не портится, и там живет хорошо. Если еще, если сильное солнце, тогда это любое что-то, это может, это тоже портится, если солнце есть сильное. Ну, когда солнце есть сильное, все равно лотос не мешает. Почему? Потому что лотос, у него корень есть в земле, внизу воды, у него корень есть там в земле. И вот так тоже, если ученик преданный, если у него есть корень в земле, что он в земле, это земля, можно читать, это наш Гурудев, это Гурудев. Если у него есть отношение, контакт он имеет к Гурудеву, тогда он может сказать, можно сказать, что это материальный мир, можно сказать, это как вода, не портится у него тоже. Он тоже может жить в этом материальном мире. И все страдания, что круг у него есть, ему не можешь мешать, потому что у него он имеет контакт с Гурудеву. Хорошо. Или кадыши Гуруджи ка таттва ко, хамара сампрадая ме Гуру таттва ко, до сварупа батая гея. Кады, ек то Нитьянанда Абхинна сваруп, ар ек Радхарани ки, атянта прия прия даси. Кады, ие до сварупа Гуру таттва батая гея. Все наши шастры говорят, что Гурудев имеет два сварупа, два формы. Один форма, можно сказать, он не отдельно от Нитьянанда Прабху, и вторая форма есть, он очень близкий спутник Шримати Радхарани. Или Радхарани Кевадхарани. Радхарани Кевадхарани, вот close Антаранга. Или, जिसको श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गुरुवाष्ट में कहते हैं निकुंज जीव नरति के लिसितरी राजा लेवी युक्तिरपेक्षणिया तत्रा दिदाक्षा दत्तिवल्लभस्य दंडिगुरश्री चरणानि। इसलिए कभी जो राधा कृष्ण का जो निकुंज लीला में जो उनको निकुंज में सेवा करने में जो अत्यंत अत्यंत श्री निपुण है हमारे गुरुपाद Шрила Вишванатха Тхакур написал свое Гуру Аштакаме, там он написал Никунджа Кино, Юна Ратикелеси, Дея, Я Любви, Юктера Пекшиня. Он говорит, что Гурудев, он очень-очень эксперт, Дакши, очень-очень эксперт. Он может, когда он служит Радхе Кришна, он очень эксперт, он знает, что надо делать для Радхе и что надо делать для Кришна, чтобы они были довольны. Это один форма есть Гурудев. कहते बताया तो नित्यानंद अभिन्न बलदेव प्रभु अभिन्न, लेकिन क्या सब गुरुदेव ऐसे हैं, क्या प्रश्न होता है? सेचास सेचास वापरों से तो गुरुदेव इस नियादेलन नित्यानंद प्रभु ओन ओचन ओचन ब्लिस्की स्पूतनिक निकुंजे इ मोजन चितास तो सेगुरु तकोई तकी है तो सेगुरु तकोई फॉर्मा है में सेगुरु तकी राधा रानी के भाव बलदेव प्रभु का भाव जिसके अंदर में हो नहीं ऐसा नहीं तो नहीं था ऐसा только то имеет भाव बलदेव प्रभु कोई भाव имеет बलदेव प्रभु उन्हीं उसके सिर से ये ऐसा भाव तो имеет रूपमें आने स्पूतिंग आने имеет такой भाव ऐसी गुरुदेव तो ये имеет такой भाव внутри своего сердца тогда можно читать что это шлока для такой гуруде इसलिए कहते राधा रानी राधा का नाम राधा है कहते राधा मतलब होता है जो कृष्ण को विशेष विशेष पूर्वक आराधना करती है कृष्ण सेवा में ही जो संपूर्ण अपना जीवन जिनका सारी क्रिया राधा रानी के सारे श्रृंगार जितने जो कुछ श्रृंगार धारण की वो संपूर्ण कृष्ण सेवा की ही चिन्ह है कृष्ण सुख का ही चिन्ह है अगर गुरुदेव ग्रंथ में उनकी सारी चेष्टाएं अगर Кришна сева тоби гурудева. Сейчас Радха, это Радха как переводится? Радха переводится, что можно читать, что
очень близко спутник, как можно сказать, она очень служит Кришну, и она очень-очень эксперт, как служит Кришну, потому она делает всегда арадхана, пуджа Кришну, и потому у нее есть имя, это Рада. Вот так тоже, если Гурудев, он имеет такой бхава, он имеет такое настроение, что как надо служить Господу, как надо служить своему Гурудеву, как надо служить Радарани, остальные мандири. Если у него такое настроение, тогда можно читать, что это есть настоящий Гуру. Кады Баладея Прабху Абхирна Анбаманагия, Кады Баладея Прабху, Кады Кришна Се Абхирна Сварупе. Кабла Дехане Мой Кришна Кали, а Баладея Прабху Дахне Мой Горе. Кабла Итана И Фарага, Ор Фарага Не. लेकिन बलदेव प्रभु करते हैं क्या कि उनके जितने सारे चेष्टाएं इसलिए सारे कितने कितने रूप में वो कृष्ण सेवा करते हैं उनका आसन छत्र उपादान पादुका जनेऊ जितने जितने कृष्ण सेवा की बलदेव प्रभु और उन्होंने पंच रसों के द्वारा भी कृष्ण सेवा करते हैं उसी तरह जो उनका अभिन्न प्रकाश वह है जो कि संपूर्ण कृष्ण सेवा में जो डूबा हुआ हो. Я забыл сказать, что значит он сказал, что Радхарани все, что украшение она имеет, это все украшение от своего украшения, от своей одежды, все она что делает, это есть служит Кришну. И вот так тоже Баладея Прабху. Когда мы говорим, что Гурудев не отдельно от Баладея Прабху, тогда можно читать, что вообще-то Баладея Прабху и Кришна они один. Но сейчас Баладея что делает? Он сам Господь, но он все равно что делает? Он все, что он может, он, от все, что он может, он служит Кришну. И все, что мы видим, что Кришна одевает, что Кришна это Дхам, и все, что есть, что видно, мридан и так далее, это все можно читать. Кришна, это есть. Падуга, унка бастра, аланкар, унка чамар, унка гайя. Чамар это падуга, бастра, падуга, 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 сус. Шнур. Нет, подушка. Обувь. Yes, okay. Туфли. Okay. Туфли и одежда, и украшения, все Кришна, что одевает, это сам Баладея Прабху, это самая экспансия делает, и он от пятра он служит Кришну. Так тоже можно читать, если Гурудев, он полный... Да, пятра сон служит Кришну, я сказал, да. Лашми, это Лашми Радхарани, Чхоте Бахини, Ананга Мандири, он как-то Кришна. И на конце он, как мячи сестра Радхарани, Ананга Мандири, тоже он служит Кришну. И вот так тоже, если Гурудев имеет такое настроение, все, что у него есть, от всего это он, если служит Кришну, Радхарани, тогда можно читать, это есть настоящий Гуру. Если कल हम लोगों ने श्रवण कर रहे थे वो संपूर्ण भागवत में कहे संपूर्ण गुरु तत्व संपूर्ण जिसका कण कण में ही गुरु तत्व समाया हुआ है इसलिए गुरु तत्व को छोड़ करके वैष्णव तत्व छोड़ने को चाहिए नहीं भागवत नीचे रा स्लिशल तो как Шримад Бхагаватам там полный там Шримад Бхагаватам только Кришна гуру тत्व и вешнав тत्व и кроме этого там вообще ничего нету каждый буква, каждое слово там написано, все там Гуру Таттва или Вешна Таттва. जितने गंदी काम अगर जगत में हो उसके लिए बगैर कोई देखे बगैर गंदा काम भी कोई नहीं कर सकता है लेकिन अगर जड़ जगत का कोई भी जड़ जगत में कोई भी चीज हो कोई जब तक कोई इसका कोई गुरु देखे नहीं कर नहीं सकता लेकिन जो अप्राकृत जो अध्यक्ष जो वस्तु जो भगवान है अध्यक्ष जो मतलब जो ये इंद्रियन को ऊपर जो विद्यमान जो भगवान जिनको हमारे बुद्धि वाणी हमारे जड़ ज्ञान जिसको कोई छू नहीं सकता तो उसके बगैर गुरु के बगैर हम चीज को कैसे जान सकते Мы видим, что это в материальном мире, и люди начинают что-то плохо курить или что-то делать, они курят, или они алкоголь принимают, или что они сейчас, они стали сам вори, и вот так. И они тоже учили от кому-то, они видели кому-то, что, как
випіть, і ані байкал месте, і ані начал піть, курить, і так далі. І якщо це матеріальне мире, якщо нічого не можна учити, якщо общення нету, тоді як можна читати, що ми кажемо зараз Господу? Господу у нього говоримо, один слово у нього є для нього, ім'я Адокшат. Адокшат є таке, що он beyond. Наш матеріальне чувство не можеш трогати у нього. Наш все, наш язик, наш глаза, нас все, що у нас є, разум, ум, це все матеріальне. Он Адокшат, це матеріальне... Не прикасається. Тогда как можно, что это есть трансцендентальный, как можно наш материальное чувство понимать, что он, как он. Вот так, потому нужно такой гуру, что нам можешь учить это все. Кали аби, хам сраван каринге, хамара Сри Санатана Госвами, Сри Хари Бхакти Виласме, Сри Рупа Госвами, Бхакти Расамрита Синдху Грантаме, вам Бхакти ка 64 анга батая гея. भक्ति करने के लिए 64 अंग जा रहे हैं 64 अंग में जो सर्वप्रथम जो पहला जो अंग है वो अंग भरे श्री गुरु पद आश्रय मतलब भक्ति में प्रवेश करने का जो द्वार है कहते गुरु का चरण आश्रय करना सनातन गोस्वामी ने अपिसाल हरि भक्ति विलास है इसला रूप गोस्वामी ने अपिसाल भक्ति रसामृत सिंधु उन्होंने अपिसाल 64 वेद भक्ति служение भक्ति И сейчас, когда он написал это все, тогда первый, что Бельданга, это есть взять защита от Гурудев. Это тогда можно читать, что это взять защита от Гурудев есть дверь для бхакти. Если यहां पर हमारे गुरु महाराज हमारे महाराज जी गुरु पदाश्रय करने का क्या जरूरत है गुरु पदाश्रय गुरु का क्या महिमा हमारे महाराज जी इसी विषय पर कुछ बोल रहे हैं इसलिए गुरुजी ने तो तीन बड़े बोल जो बोल रहे हैं हम थोड़ा सुनेंगे сейчас есть наш Гурудев написал почему важно так важно что взять защиту от Гурудев сейчас потому это Гурудев праздник я хочу что мы читали что Гурудев сам хочет сказать इसलिए गुरुदेव यहाँ पर बोल रहे हैं इसी गुरु पदाश्रय का इसमें इसको गुरुजी ने टीका यहाँ पर दिया है गुरु पदाश्रय का क्या जरूरत अलग अलग शास्त्र से जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी क्या क्या बोले उसको गुरुदेव टीका दे रहे हैं बोले गुरु जी की चरणाश्रय से भगवत भक्ति जगत में प्रवेश करने का जो प्रथम मार्ग गुरु पदाश्रय कहते गुरु सेवा के द्वारा गुरु कृपा के द्वारा जितने जल्दी हम भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं और कोई उपाय नहीं भगवत भक्ति में इतने जल्दी प्रवेश कर सकता है Сейчас он разные шастры, он пишет здесь шлока от Шрила Джива Госвами, от Шрила Рупа Госвами, он здесь... Дуарь Сабалов, Пичага Сабалов. Слышно? Да. Они, он написал это все, другие шастры, он говорит здесь, что если мы будем взять защиту от Гурудев, лотосный стоп, тогда очень быстро можно прогресс сделать, духовный путь. Если мы не будем взять это защита от Гурудев, тогда можно считать, что мы всегда можно попасть в плохую ситуацию или неправильный путь. Или यहां पर उदाहरण देते हैं कृष्ण जब स्वयं जब सुदामा जब स्वयं कृष्ण के पास में गए जब कृष्ण स्वयं जिनके चरण धोए फिर जिस पलंग के ऊपर में लक्ष्मी को साथ में प्रभु विश्राम करते हैं सुदामा को उसी पलंग के ऊपर बैठाए और उसी समय Гуру Севати Махима Кришна Своем Батарей. Сейчас Випра Судама, когда он пошел к Кришну, Дварка, тогда он, Кришна сам мил у его стоп. И потом они одекал это кровать, где он одекал место Лакшми. И когда они начали разговаривать, что тогда Кришна первый у него рассказал, что какое важно, что мы взяли защиту от Гурудева. Все он Кришна говорит, Судама, Судаме. इसलिए वो कह रहे हैं कहते सुदामा तेरे याद है जब हम गुरुकुल में गए थे गुरु माता हमको लकड़ी बिनने के लिए भेजा और हम जब लकड़ी का गठरी लेकर सिर पर खड़े थे घना घोर बारिश अंधकार पान भर गया गड्ढा ऊंचा कुछ पता नहीं चल रहा था हम लकड़ी को नीचे फेंक नहीं दिए लकड़ी को सुई पर रख करके हम खड़े थे शाम हो गया वापस नहीं आए गुरुदेव स्वयं ढूंढते ढूंढता है जोर जोर से आवाज लगा सुदामा कृष्णा कहाँ हो
देखा हमारे गुरुदेव, हम यहाँ पर जाके गुरुदेव देखा, दोनों यहाँ तक गले पर पानी में खड़े हुए, सिर पर लकड़ी का गठली लेकर के खड़े हुए, जिन भगवान इच्छा करने पर विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि प्रलय हो जाता है, जिनकी इच्छा से जिनके लोम कूप में करोड़ करोड़ विश्व ब्रह्मांड विद्यमान, अभी वो प्रभु गुरु सेवा के लिए सिर पर लकड़ी लेकर प्रभु स्वयं करो, तो उसको देख करके उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है। गुरु जी और गुरुदेव उनका सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते जाओ, आज से जितने वेद वेदांत उपनिषद शास्त्र सब के सब तुम्हारे हृदय में स्पष्ट प्राप्त हो गए। Сейчас Кришна начинает говорить, что когда ты помнишь, он говорит Випрасудаме, что ты помнишь, что когда мы учили Гурукуле, это время наш Гурудев, он послал нам лесу, он сказал, немножко дрова надо принести, и мы оба мы поехали, и ну, очень сильный дождь пришел. И очень сильный дождь был, так сильный дождь был, что мы не могли видеть ничего, ни дорога, ничего. Просто очень много вода было. И мы взяли один большой кусок этого дерева, и мы взяли свою голову. И мы положили голову, и мы не бросили это. Потому что наш Гурудев нам сказал, что надо принести дрова. И потому мы ждали, что когда дождь идет, тогда мы пойдем обратно в Гурукуле. Ну, это дождь так сильный был, что эта вода пришла до здесь. И когда сейчас вода пришел вот так, и потом очень поздно стал, и наш Гурудев начал искать нас. И когда наш Гурудев в лесу пришел, и это время он кричал, о Судама, о Кришна, Деви, Деви, потом мы ответили, что о Гурудев, мы здесь. Когда Гурудев видел, как мы начали служить Гурудеву, когда Гурудев у него начал плакать, и он сказал, как вы хотите служить мне, что я вам сказал, что надо принести дрова, и вы так сильно работаете для меня. Он сказал, это Кришна сам Господь, от его желания миллион-миллион, а каждый секунд можешь миллион-миллион мир можно разрушить, или миллион-миллион мир можно он рождает. Ну, это Бог, он сам там держит это дрова, и сейчас ждет, что когда Гурудев придет, или когда дождь идет. И сейчас, когда Гурудев видел такую ситуацию, он положил, он сказал, о, я очень-очень доволен от вам. Он положил свою руку на нашу голову, и он сказал, от сегодня все Веда, все Пурана, все Шастра вам будет понимать, вам придет в ваше сердце. Или Кришна, вам пар, эк слов Кришна своим говорит, «Варна ахам ижа паригати бхо тапа савпа саманеба, тусся ахам сарав кутатма гуру сусурусаятета». Кришна говорит, «Гуру, сева ко дарам не сантушт рата хам, ना आम इज्जा, इज्जा मतलब होता है पूजा, ना हम इज्जा प्रजा की तपस तपस्या उपसमन उपसम त्याग दीक्षा बैरा जितना मैं उसको द्वारा संतुष्ट नहीं होता उससे ज्यादा संतुष्ट होता हूँ गुरु जी की सेवा से। Сейчас Кришна сам повторяет один श्लोक, он говорит здесь, что как я довольный от гуру сева, я не довольный так, если кто-то соблюдает очень сильный аскеза, если очень соблюдает он пуджа, или он очень-очень сейчас могущий стал, и, ну, я не так довольна, как я довольна от гуру сева. Если я говорю гуру сева, когда гуру сева, когда Бхагаван, то совсем жалди, мы сантуши кар сакте. То я говорю, бата рей, когда Брахма Джи, эк слог, когда Брахма Джи, когда Муса, эк слог нигла ва, когда джо мантра са гуру сакхат, जो गुरु सा हरि स्वयं कदे जो मंत्र कदे वही गुरु स्वरूप है जो गुरु है कदे भगवत स्वरूप गुरुदेव है इसलिए गुरु जैसे भवे तुष्टम तैसे तुष्ट हरि स्वयं अगर गुरु जी के स्वरूप पर संतुष्ट हो जाए तो भगवान अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। Здесь один шлок написано, что Брахма Джи сам сказал. Брахма Джи сказал, что что Гурудев мантра дает, это можно читать, это сам Гуру. И все, что Гуру, это можно читать, это он сам Господь. Это если дальше говорить, что если Гуру, если Гуру довольнее, тогда можно читать, что сам Господь довольнее. अगर हरि और एक श्लोक में कह रहे हैं कहते हैं अगर हरो रुष्ट गुरु त्राता गुरु रुष्ट न कश्चच तस्मात् सर्वव्रजतेन गुरु मेव प्रसादयेत कहते अगर भगवान किसको नाराज हो गए हाँ इसलिए कहते गुरु इसको रक्षा कर सकते हैं
फिर गुरु जी अगर किसको नाराज हो जाए फिर भगवान भी इसको अच्छा नहीं करते, इसलिए हमारे सारी चेष्टा के द्वारा गुरु को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर दास श्लोक गवाए तो इसलिए भगवान निदावल्य नाम तकदा गुरुदेव मोजिश दशिशा तकोय प्रेदनी तकोय उचने नु इसलिए गुरु निदावल्य तकदा गास्पोद नि मोजिश दशिशा एता प्रेदनी एता उचने पतामो मोजा चेतासो अ все, что мы делаем, что наш Гурудев стал довольнее, надо делать, надо строить свою жизнь так. Если если Бисонат Гуртагур говорит, если просада, Бхагават просада, если просада, на нагати удати. При жизни крипа, не говор, Бхагаван как крипа, а жизни крипа, то вагар, Бхагаван как крипа не будет. Сейчас я вижу, что ты Бхагават уже говорит Гуруштика, что он говорит, что если просада, Бхагават просада, он говорит, что если гуру дают милость, тогда можно читать, что это сам Господь дает милость. Если он не дает нам милость, тогда можно читать, что Бхагаван тоже может там милость, нам даст милость. Или когда говори, когда Шримад Бхагават में Неми Наводжогендра Самбад है, जहां पर Неми Махарадж Наводжогендра को उन्होंने 9 प्रश्न अलग-अलग किए और 9 आंसर दिए। एक प्रश्न उनका है कि ये माया बड़ी ठगनी है, लेकिन माया को पार होना बहुत कठिन, बड़े बड़े व्यक्ति भी जहाँ पर पछाड़ खा जाते हैं, लेकिन जी माया कैसे पार कर सकते हैं? तब नवजोगेंद्र उसका उपदेश देते हैं कि तस्मात गुरुं प्रपद्येत, मतलब गुरु जी के चरण में हमें निष्कपट होकर शरणागत होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में आदिनाथ तोम तम ये डायलॉग मेज़ दुम नेमि महाराज ई नव योगेंद्र एता नव एता देवित योगेंद्र एता मुद्रेस Девит Йогендра. И они, этот диалог, Неми Махарадж дает, девит вопрос он дал, это разные, это девит Йогендра, девит мудрец. И там, и они отвечают. И сейчас один вопрос отсюда есть, что эта майя очень-очень обманчив и очень-очень сильный. И всегда она делает так, что перемешает, мешает все людьми здесь, и они ничего не понимают, что правда, что неправда. Что правильно, что неправильно, что надо делать, что не надо делать. Как можно так стать, что у нас эта майя не обманывает? Сейчас он говорит, что это сам гуру пропадете. Он говорит, а это дает он ответ, что надо взять защиту от Гурудева. И какой инструкция Гурудев дает, это надо делать так, тогда мы можем победить майя тоже. Если когда Шрути мы уже говорили, Шрути мы уже तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभि गच्छेत्, तद विज्ञानार्थम वह ज्ञान प्राप्त कर, भगवत ज्ञान प्राप्त करने के लिए स गुरुमेवाभि गच्छेत्, श्री गुरु जी के पास में जानी चाहिए। तो यहाँ पर बताए गुरु जी के पास में जानी चाहिए, लेकिन गुरु जी का दोष लगना नहीं चाहिए। तो प्रश्न होगा сейчас дальше говорит, так Вигьянартам, он говорит, что нам надо поехать Гурудеву и надо взять защиту от Гурудева. Но от любой Гурудевы можно взять защиту или как? Ну, он говорит, ну, у него какой-то симптом должен быть, что нам будет понятно, что он настоящий Гуру. Если он говорит лакхан, он мне два лакхана бытает. Два симптома, он сказал. Как мы то, сари сахтами, парангатам, नहीं तो अगर सब शास्त्र को नहीं जानते अगर हमारे जो शंका मन में अगर हो उसको वो दूर नहीं कर सकते तो первый что он узнал всё шастра если он не знает всё шастра тогда если ученику будет какой-то вопрос тогда он не может решать этот вопрос когда и उनका तटस्थ लक्षण दो लक्षण के बाहर लक्षण के अंतर लक्षण कभी इस जो चीज है कभी बाहर का लक्षण है शास्त्र जानता है बहुत स्लोग बोल दिया बहुत कुछ जानता बहुत लेकिन कहता ये गुरु का लक्षण है बाहर लक्षण अंदर का लक्षण है внутренний это внутренний внешний есть внутренняя причина есть симптом и есть внешний симптом это что все что он шастра знает это можно считать это есть внешний симптом потому мой близ один человек он очень хороший харикатха говорит очень-очень много он шлока знает, он очень-очень много знаний. Это ничто, не обязательно, что он очень хороший гуру. Когда अभी अब ब्रजमंडल उधर जाओ देखो इतने बड़े बड़े विद्वान हैं वो सारे शास्त्र को रट कर पी कर रखे इतने झराज का श्लोक में जिसको जिसका विद्वान देख कर चका चंद हो जाते वाह इतने श्लोक याद नहीं बना बना कर श्लोक बोलेंगे
Пади и Вриндаван и Винди, там будет вам видно, что там много, очень много мудрец. Когда они говорят, они так много шлёк знают, это. Они говорят по санскрит вот так, как вода. И они даже какой шлёк, они сам могут делать санскрит шлёк, и они сам могут рассказать санскрит шлёк. И они, если другие люди видят это пастырь, они думают, ну, какой умные люди, какие они могучие. Ну, это не что они очень сильные, хорошие преды. Это не обязательно. Это внешний симптом. कहते इसका जो अंदर लक्षण जो बताया कहते भगवत भजन ब्राह्मण और भगवत अनुभूति संपन्न ну внутренний симптом что сказал здесь это есть что он должен какой у него точно будет реализация Господу и точно он будет очень очень сильный сам преден если उनका आचरण देखना पड़ता है надо посмотреть как он строит свою жизнь, как он живет. Это надо смотреть. Шри Гаур Бишадас Бабаджи Махарадж экдам муркай садхарани джагатпита. Пура экдам муркай. Лекин Прабхупада ке то кхья кхитна мури витвани. Инда чарна ме джунка пасма сисса бхани ке даре унка патта кхя каре. Инда бар мне то папа се бежи дия мне. Ор киска сисса бхани Прабхупада бхакту. Гаур Бишадас Бабаджи Махарадж чаритра ме ликта. Тогда мне то кое соч не сокта ка. इसी जगत में इसी शरीर में ऐसे कोई महापुरुष हो सकता है как мы знаем что Шрила Гаурапишвас Бабаджи Махарадж если мы простой глазами увидим у него никакой материальной квалификации не было и вообще он жил когда очень простое место он жил и у него не шла практически кому это время читал очень сильный мудрец он очень хороший учитель так у него читали इसलिए प्रभुपाद का जो नाम कहते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इनका उन्हें वो ईमियां बिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो उन भक्ति सिद्धांत सिर्फ फिलोसफी भक्ति उन सरस्वती उन ओचिन कार्यों से नहीं अगर ये टाइटल उसी समय जितने बड़े-बड़े विद्वान से जो तम मुद्रेस बिल तम आनी डाले ता टाइटल शिला भक्ति सिद्धांत Я там, когда он поехал в один институт, такой история, что он был какой-то институт там, и кто был там принцип, кто был там директор, он начал разговаривать с какой-то темой, был астролог, когда астрология. И когда он начал разговаривать, тогда директор что-то рассказал, и Шрила Бхакти Сиддханта слышал. И потом он обратно ответил. И ответ дал, когда он, это директор, когда слышал, он сказал, что я такую вещь даже сам я не знал, это, я такой вообще не слышал никогда. Когда я был большим, когда Прабхупада как джотиси, я говорю, вичар гарте-гарте, как чайр мы бэтли пайхана париша гарте, он как вичар смысл гарте. Когда слышал это, директор все, когда слышал, тогда он сказал, что я сегодня так думаю, что у меня квалификации нет, что я был здесь директор. Он сказал, пожалуйста, вы приходите здесь, это, пусть вы будете здесь главный астролог, это наш институт. Он сказал, я не пришел здесь, что я буду читать, сколько звезды и сколько, как это, луна, это, я не пришел здесь, или я пришел для другой дела. И он ушел. Вот такой умный он был, такой могущий он был. Ну, это он сам, когда он пришел в Шрила Гаурапишвас Бабаджи Махараджу, и он сказал, я хочу взять инициацию от вам. И Шрила Гаурапишвас Бабаджи Махарадж отказал у него. Я сказал, я не могу дать тебе инициацию. И знаете, эта история. Кто не знает, потом можно рассказать. И он сказал, что когда Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Прабхупад видел своего Гурудева, Шрила Гаурапишвас Бабаджи Махарадж, он сказал свою биографию. Он пишет там, он сказал, материальные цели, такой кто-то должен быть, такой могущий, такой сильный, преданный, я никогда не думал. Вот это был Гаурапишвас Бабаджи Махарадж. Ну, Гаурапишвас Бабаджи Махарадж сам, материальные глаза можно смотреть у него, как у него вообще квалификации не было. Вообще он шлёк не знал даже. Если он логан бытает, жаб так обрадуете, и курси мне, жо принципал пады, то курси там были хали дарега. तो पुरुष जगत में क्या होगा? बोलते हैं। इसलिए कदी यहाँ पर सिला जीव को स्वामी कहते हैं। कदी ऐसे जो गुरु है कदी बहुत आरक्षा होती है। कदी एक सराग है और एक निराग है। बोले सराग लोग वो होते हैं
इसलिए जो जो गुरुदेव लोभ का लालच को लेकर के जो शिष्य बनाते हैं, कहते वो कहते शराब है उपदेश देते हैं नहीं ना करने पर हमें कुछ संसार का कुछ लाभ होगा, अर्थ धन दौलत कुछ लाभ होगा यहाँ पर, इसी लोग जो करते वो शराब है और निराग है, कहते जो केवल परमार्थ के हिसाब से भक्त में बड़े भजन में उन्नत करे उसमें शाम जीव को भगवान के पास में पहुँचाए, इसी बुद्धि से जो ये करते कहते वो निराग है। Здесь еще говорит эта шастра, что гуру есть, два вида гуру есть. Сараг, Дива Госвами говорит, что два вида гуру есть. Сараг и нираг. Сараг есть, это кому есть раг или и привязанность. Он, если делает ученик, и он, если кому-то дает инструкция, это он дает инструкция, или он делает ученик, что он хочет получить что-то материальное от него. Может быть, деньги, может быть, хорошее имя, и вот так. И ну, нираг есть такие, что такие гуру, они дают инструкции, они дают мантра, и они дают все, что они дают, это они только они хотят это так, что он стал хороший преданный, что он стал хороший, он прогресс сделал духовный путь, потом у него другой нет, ничего желания нет. Или это же гуру, यहाँ पर से गुरुदेव बनता है, ये गुरु तीन तरह के गुरु यहाँ पर बताते हैं। तो कोई गुरु तो ये इस त्रिविद गुरु निराग कर नहीं, ये सब जितने गुरु हैं इशो त्रिविद हम गुरु ये सुन इशो कर एक श्रवण गुरु है, शिक्षा गुरु है और एक दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु कर श्रवण गुरु मतलब होता है जिनसे हम भगवत भक्ति भगवान जितने सारे तत्व को विषय पर जिनसे हम श्रवण करते हैं कहते हैं श्रवण गुरु। Шраван Гуру, кто нам говорит для бхакти, для бхаджан, что инструкция нам дают, и это есть Шраван Гуру. Если сказать, если Экадаса Сканда, мы, вон там был Неми Навадагандра Сампад, мы, вон там, эк слога батая, кати, слога батая, кай садхак нискапана хо карки, эйсе Шраван Гуру ке пас ме, кайсе дхарма ки сикхя умко, дхарма ки висе пар умко, сикхя прапта карни чай. И сейчас диалог между Неми Махарадж и Новой Йогендра, я сказал, 11 том Шримад Бхагаватам, там есть диалог между Неми Махарадж и Новой Йогендра, там один, это есть шлока, там написано, это шлок переводится так, что кто хочет прогресс духовный путь, у него надо байкаться такой гурудеву, и надо учить от него, как надо бхаджан соблюдаться. इसलिए कर जैसे हम जैसे भक्ति भक्ति में अन्य सभी कहीं ना कहीं हम कहीं कथा का श्रवण किया है भक्ति के विषय तभी हम भक्ति में आए, इसलिए हम उनका श्रवण होता है। मी तो जब मी пришли это путь сегодня мы делаем что-то это потому что мы слышали от кому-то от бхакти и от бхаджан потом мы пришли здесь можем сказать что от кому мы слышали он наш श्रवण गुरु। इसलिए कभी जो कभी कभी और एक बात है शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु जिनसे भजन के शिक्षा को प्राप्त करते हैं, कभी 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 दीक्षा गुरु कभी कभी शिक्षा गुरु का काम कर लेते हैं, अगर कभी गुरु बोलते दीक्षा गुरु हम के हाँ उनसे हमारे सौभाग्य मिला बहुत कुछ सीखने को, कभी कभी बताएं दीक्षा गुरु से हम दीक्षा कर ले लिया, कभी कभी उनसे कभी कभी हरी कथा सुनने पर बहुत मिलता है, लेकिन कभी 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 दीक्षा जिस दीक्षा गुरु से हम दीक्षा लिया कभी कभी उनसे ही बहुत हरी कथा संघ उनसे बहुत प्राप्त हुआ है, जिसको वजह से कभी 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 दीक्षा गुरु ही शिक्षा गुरु का नाम कर लेते हैं। तारो ये शिक्षा गुरु ओम तो अत्तामो में सुशायम हरि कथा तो नाम उचित कर भजन नाद सब्दास इतक दाले इनकदा शिक्षा गुरु ई दीक्षा गुरु आने आदिन कगदा मी वाजनो दीक्षा अच्छा गुरु मी जाल दीक्षा गुरु नाश गुरुदेव ई मी सुशायम अतु निवो тогда мы можем читать, что сейчас Шикша Гуру и Дикша Гуру один. Ну, иногда так бывает, что мы взяли Дикша от Дикша Гуру, но у нас возможность не была, или шанс не была слушать от у него, от кому мы взяли Дикша. Но мы если слышали Харикатха от другому, тогда мы можем читать, что наш Шикша Гуру и Дикша Гуру был один. Другие были. Но иногда так бывает, что Шикша Гуру и Дикша Гуру это они один. गुरु जी से बहुत साल साल तक हमको संग मिला, बहुत सारे भक्तों बहुत बहुत साल साल तक कथा सुनने में मिला संग मिला, सब कभी दीक्षा गुरु का ही पूरा शिक्षा गुरु का कम दीक्षा गुरु कर लेते हैं।
Иногда как я сказал, что дикша гуру тоже иногда как работает как шикша гуру, потому что много что старые преданные здесь, они слышали харикатха от гурудева. Тогда мы можем читать, что для у него наш дикша гуру был шикша гуру тоже. Или जैसे और कभी-कभी जैसे गुरुदेव को बाद में अभी उनका शिष्य रूप में बहुत सारे भक्त लोग संन्यास लोग ही ये लोग अगर हम उनसे कोई शिक्षा प्राप्त करें तो उन लोगों ने हमारी शिक्षा करी иногда так тоже бывает что разные как можно читать что гурудев имеет старый ученик свой и они сейчас распространяют у его слова они распространяют что у него знания можно читать что они наши шикшагуру हरे कृष्ण हरे कीर्तन कर लेते फिर और कुछ कथा सुन लेते शिवादन कीर्तन बताऊँ Если у вас есть такой садгуру, и мы не можем уходить от такой садгуру, и нельзя уходить от такой садгуру. Может быть, он не сказал, что мы хотим слушаться от него. И это потому, это причина, что мы уходим от этого гурудев. Это не хорошо. И должен быть, если гурудев хорошо, если гурудев все такой садгуру, тогда нельзя уходить от него, никогда не надо уходить. Кажете, деген кай тяг дени ка видан диай кай? Ну, там написано еще, что когда можно оставить гурудеву. Кажете, агар гурудев вайшнава не хо? Если гурудев не вайшнав. А вайшнава агар хо? А вайшнав. Кажете, тяг дени. Если агар вайшнава хо, хам кай тяг дей сакте. Если он не вайшнав, тогда можно оставить это. Агар сахи гуру парампара ме ае, мари суддха вайшнава гуру парампара ме ае, кажете, хам тяг не дени чай. Если он пришел наш вечный парампара, чистый это вечный парампара, тогда такой гурудеву нельзя оставить. Когда Аурген бытает, когда агар кайн гурудев, джо вечна вата нехи, кабидови эйш вата не, нахи пата нехи та гурудеву гран кар лия, или гурудеву абитой стри санги хо гай. Нехи то гурудеву джо вечна ва марго ку нане паритя карке, кайн абвечна ва марго кайн гран кар лия, кайта хам усами тя кар. Ну, еще дальше говорю, что, может быть, когда мы взяли инициацию, мы не знали, что это гурудев, какой должен быть и какой квалификации он должен иметь. И потом, когда мы поняли, что мы ошибали, тогда это время можно оставаться. И другое, что если мы поняли, что он не вечно, и это мы поздно мы поняли, мы уже взяли инициацию от него, ну, и тогда можно оставаться такой гуру. И сейчас он, если был вечно, он был, у него было все хорошо, он когда мы взяли инициацию, но сейчас он стал не вечным, сейчас он не имеет отношения к вечному. И он сейчас не как вечного держит себя, он сейчас, может быть, взял ассоциацию,
общение, он сейчас общается с женщинами, и только он для деньги он работает, тогда такой, или Майавад он ушел, такой путь ушел, тогда тоже можно оставаться такой группе. Нужен вопрос. Да. Вот, допустим, человек принял гуру, он был саньяси, а потом он женился. То есть ученик должен оставить такого гуру? Если ученик дикша лия, то его саньяси так гурде. Бадне, усне, шади, как бы, пока я себе гурде, учорда не чили. Точно. Точно. Агар, кинуки, क्योंकि इसमें चैतन्य चैतन्य ने बताया कि असत संग त्याग ही वैष्णव का आचार है, कि असत संग त्याग देना ही वैष्णव का आचार है। बोले कि क्या है असत संग, और चैतन्य चैतन्य ने बताया दो असत संग बताए, कहते कि स्त्री संगी एक ये असत है और एक अवैष्णव है। कि ये चैतन्य चैतन्य ने कृष्णदास द्वारा बताया Четвертый Чаритамрита, там написано, что это как. Он говорит, что там написано, что асат-санги – это вечная садача. Вечная этикет есть, когда мы, что все не это вечная, что не это этикет вечного. Если это мы будем оставаться, тогда, тогда можно читать, что мы вечная. Сейчас что это, что не этикет вечного? Не этикет вечного можно читать два вида. Один, первый, что мы не общаем с женщинами, и второе, что мы не вечно, что мы взяли какое-то общение, какое-то майавади или так далее. И вот тогда мы читали, это два, это Кришнадас Кавирас Госвами сам написал, что асад сантяг – это вечно в садачаре. Общение с женщинами, общение с майавади, да? Майавади, и он не вечно, может быть он не вечно, он может быть был вечно. Но сейчас у него другое что-то. И сейчас он общается с женщиной. Но когда он дал инициацию, тогда он был хороший вечером. Но через немножко времени упал. И сейчас общается с женщиной. И тогда надо оставаться такой же. Если какой-то грязь, то вас повышает бхакта, или грязь, то вас повышает бхаджану барайна, то хари гатха суна. Да, сандарус не только так. Ну, много преданий есть, кто грязь. И они тоже хорошие преданные, они харикатха можешь рассказать, и они соблюдают все анга бхаджан, тогда от него можно общаться, можно слушать от него. И он живет в своей жене, вместе с своей женой, и вот так. Когда пахила бхактика, пахила и анга. जो दूसरा जो भक्ति का अंग है बताया कृष्ण दीक्षा शिक्षा दी, कहते पहले तो सदगुरु चरणाश्रय किया, लेकिन उसको बाद में क्या करनी चाहिए, उसको कृष्ण दीक्षा और शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। मैं पहली अंग चिताल भक्ति इसे चार स्तर है, तो इस तो कृष्ण शिक्षा दीक्षा दी, तो नादा ज्यास दीक्षा ई शिक्षा भजन भजले भजन है, तो ना दादा दीक्षा इली ई शिक्षा नी इली ई, इसलिए ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो दीक्षा है, दीक्षा के विषय में कहते हरि भक्ति विलास में एक श्लोक है, दीक्षा कहते हैं किसको, श्लो है ना दीक्षा हरि भक्ति विलास तो ना पिसना आदि श्लोक का, इसलिए कहते दिव्यम ज्ञानम जत दद्या कुर्जात पापम संस्कयम तस्मात दिखेति साप्रोक्ता देसी तेईस तत्व कर गए। तो पंडित लोग उसको दीक्षा कहते हैं, दीक्षा मतलब होता है दिव्य ज्ञानम, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना, और जिसको द्वारा सारे समस्त पाप नष्ट हो जाता है तब उसको दीक्षा कहते हैं। सिचास उन अफ्रीका का श्लोक आयता है, что дивья гьянам, это что трансцендентальные знания, если мы берем трансцендентальные знания, если мы узнаем, кто это трансцендентальные знания, это читается дикша. Еще все грех тоже мы разрушаем все грех. Это не обер ее дибхагьяны, дибхагьян до тогда. Садан рук мы то, как я изей, а я вам види как на них я. И он там там какой дибхагьян хвай, а вы к этому не. Если садан рук мы то дибхагьяны, как
फिर जीवराज स्वरूप है कृष्ण नित्य का, फिर ये चीज को अनुभूति होना। लेकिन इसको धीरे 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 हम इसको धीरे 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 हम इसको साधन करते हैं। Сейчас дивый гьян, что трансцендентальные знания мы получили, мы тоже взяли инициацию, мы получили это дивый гьян. Но это есть процесс. Это что первый этап, что дивый гьян, что есть, что дивый срупе Кришнерни, что джива, он вечный слуга Кришну, это есть первый дивый гьян. Это есть процесс, это постепенно, когда мы соблюдаем баджан, джаба, тогда постепенно это будет реализация. वो दिखा भी एक तरह के अनुष्ठान का दिखा होता है और एक सही दिखा होता है। लेकिन हम लोगों का जो भी दिखा है अभी हमारा ये अनुष्ठान के दिखा हुआ है। अभी दिव्य ज्ञान जब हमारा साधन करते करते भगवत अनुभूति ऐसे हो जाएगी कि समझो वो सही दिखा है। ये द्वा विद दीक्षा तो जे दीक्षा ये अनुष्ठानिक अनुष्ठानिक ये तो मोनिटास का पीरियड तो फॉर्मल नहीं ещё есть настоящий дикша. Формально есть, когда все это церемония, мы делаем для дикша, ягья и мантра, мы взяли от Гурудеву. Это есть церемония, но после это нам, что Гурудев дал, если мы соблюдаем бхаджан, если мы читаем джапа, это есть настоящий дикша. От этого, читая джапа, мы получаем дивья гьян, трансцендентальные знания. Это можно читать, что это есть настоящий дикша. Если я бы сказал, что дикша есть, इसको कहते ये तत्व सागर में कई एक श्लोक बताए यहाँ पर कहते जथा कांचन था जाति में काश्यप रसम विधान तथा दीक्षा विधान द्विजुत्य जाए थे नाम। यहाँ पर बता रहे हैं जैसे कोई एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जैसे कांस्य को भी सोना बना देती है, कहते उसी प्रकार कहते ये वैष्णवी दीक्षा के द्वारा क्या होता है, कहते इंसान मात्र को ही कभी विपरीत को प्राप्त कर देते हैं। जैसे हम लोग अलग अलग सब कहाँ तक कौन सा कौन जाति के, लेकिन नियम होता है केवल ब्राह्मण लोग ही ठाकुर की सेवा पूजा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है ठाकुर की सेवा पूजा को। लेकिन अभी हम लोग ठाकुर की सेवा पूजा हो गई सब कुछ करें तब कैसे कर रहे। कभी ये जो दीक्षा जो गुरुदेव जो दीक्षा प्रदान किया है कभी इसको द्वारा हमको Один шлок есть от Таттва-сагар, что переводится так, что есть один химический процесс, от этого химического процесса мы можем делать золото от купра. Есть такой химический процесс. Алхимия. Золото из меди получить. От меди получается золото. Это есть алхимия. И вот так тоже есть дикша. Дикша это что неквалифицированные люди тоже могут стать брахман от дикша. И сейчас можно сказать, как это получается. Посмотри, вообще-то шастра так говорит, что служить Господу и прилагать пища Господу и все, что пуджа строит, это только может делать брахман. Но сейчас вы все рады России, Китай, в Индии, далеко туда-сюда, и мы не были, может быть, брахмани. Ну откуда мы начали это все мог делать? Почему нам пришел такой квалификация? Гурудев. Как пришел нам это право? Потому Гурудев нам дал это дикша. От этого дикша нам пришел эта квалификация. Можно сказать, как мед может стать золото, мы можем стать брахман. Я бы Гурудев не бытай, когда жанму тин дорогая. Когда эк то гита мада си жанму гири, жиско кэте, я сроккор жанму кэте. और एक होता है सावित्री जन्म है जिसको उपनयन संस्कार के द्वारा होता है। तीसरा होता है दीक्षा विधि को द्वारा जन्म होता है जिसको दक्ष शांति जन्म कहते हैं। इसलिए उन्होंने ये तीन तरह का जन्म गुरु जी यहाँ पर बता रहे हैं। गुरुदेव सुचार पीछे जैसे तो त्रिवेद राजदेनिया ये पहली राजदेनिया ये когда человек рождает на материальном мире от мама и папа это биологический процесс. Первое рождение. Второе рождение есть, когда церемония мы строим, это нитка. Нитка церемония, это есть вторая церемония. Это, можно сказать, это тоже рождение. И третье, что мы рождаем, можно сказать, что когда мы получаем дикша от Гурудев, это тоже есть рождение. Если мы лохом по-дейсе Гурудев дикша дилат рахи, Thakur ka seva mein hamara jaisa adhikar diya. Isliye Shastra ne bataya, agar ye kahte Rukmini Rohini Sambad mein, Skand Puran mein, कदर रुक्मिणी और रोहिणी संवाद में एक श्लोक यहाँ पर बताया
कहते हैं बामरु, कोई व्यक्ति को बता रहे जिसका नाम बामरु है, अगर कोई इंसान अगर कोई दीक्षा ग्रहण नहीं करता है तो उसका जितने शुभ कर्म सब सब का सब सब बेकार हो जाता है। इसलिए दीक्षा भी में जो व्यक्ति है कद पशु जन्म को प्राप्त करता है। तो सिचास दिस इज डायलॉग मेजडोम रोहिणी मात ई रुक्मिणी डायलॉग मेजडोम रुक्मिणी ई रोहिणी मात एटा ताम इज स्कंद पुराण दिस написано это. Там написано, что если человек не берет дикша, он, если он все равно он имеет человеческое тело, можно сказать, что он все равно животный. И второй жизни он будет какой-то животный. Он, у него не будет больше человеческого тела. Если это не Бхакти Сандарбх мы живу с вами говорите, когда агар бхагри кой дижо гуль ме кой жанма хоге, брахмана кул ме жанма хоге, लेकिन वो ब्राह्मण कुल में जन्म होने पर तो उसको अपने संस्कार नहीं होता है, फिर वो वही ब्राह्मण कुल में जन्म होकर तभी वो ठाकुर के सेवा पूजा में सालग्राम में सेवा नहीं कर सकता है। सिचास दर्श कहते ये जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ भक्ति संदर्भ जीव गोस्वामी दिस पीशित तो इसलिए आदिन ब्राह्मण और राधल सीनियर ब्राह्मण आदिन चला गए. Ну, если у него упнаян сансар, это нитка церемония не делал, тогда у него нельзя читать брахман. У него нету права, что он служил Господу, Бодхисаттва. Только если он радил брахман, все равно у него надо пойти этот упнаян сансар, и после этого он имеет право служить Господу, Бодхисаттва. Когда я говорю, когда Сридхар Свами кричит слово Паддавали, я вам говорю, когда же Бхагаван, когда же нам, когда же Бхагаван, когда же Бхагаван, когда же जो भगवान का नाम कोई दीक्षा सत्क्रिया कोई पूर्वजन्म इसको अपेक्षा नहीं करता है। भगवान का नाम केवल जुआ में उदय हुआ तो उसको तब भी सब तरह का पाप से खत्म करके भगवान का प्रेम प्रदान करता है। श्रीला जीव गोस्वामी दे पीछे दिस भक्ति संदर्भ ऑन गवारी श्लोक सिद्धार स्वामी के पद्यावली में सिद्धार स्वामी написал पद्यावली ऑन दिस पीछे что иногда повторяет имя Господь такой сильный, это процесс, что у него никакой дикша не нужна, никакой упнаян санскар не нужна, никакой другой церемонии не нужна, потому это такой сильный, такой могучий, что он, когда он читает джапа, когда он читает имя Господь, у него все квалификация автоматически приходит. Тогда почему нам надо взять гуру? कहते हैं हमारे जितने गुरु परंपरा नारद व्यास पराशर जितने सबके सब आचार्य आए हैं उन लोगों ने कहते गुरु परंपरा को इन लोगों ने सबके सब स्वीकार करते हुए दीक्षा ग्रहण कर दिया है। क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है जैसे शास्त्र ग्रंथ है जैसे अपना जैसे स्कूल में कोई बच्चा पढ़ने के लिए जाता है पुस्तक तो पढ़ लो फिर गुरु जी के टीचर के पास में क्यों जाता है। कहते जब तक कोई टीचर के पास में अनुभूति व्यक्ति के पास में नहीं जाता है वो हृदय में इतना स्फूर्ति नहीं करा सकता पुस्तक रहने पर भी किसी और टीचर को पास में जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर उधर गुरु परंपरा ग्रहण करने पर वैष्णव ग्रहण करके जल्दी जल्दी हमारे हृदय में भगवत मार्ग को प्रदर्शन कराते और गुरु परंपरा हमें ऐसे ही दिखाया है। Сейчас вопрос, что тогда зачем надо нам взять гуру? Здесь пишется, что потому что, посмотри, наш пример, кто нам показал, как и мудрец, как Нарад Муни, Парашар, Вьясадев и остальные, все наши гуру парампара, они все за инициации, они все за гуру парампара. Почему? Потому если кто-то хочет учить, тогда у него надо поехать к кому-то. И он может учить у него, когда книги, все книги есть у вас тоже, вы можете покупать все книги и можете стать инженер дома, но это не читается инженер. Потому у него надо поехать с Гурудеву, потому что наш все мудрец показали, и когда он учит от Гурудеву, это, путь это станет очень просто. Без нашего гуру Парампрасвио нам показал, что без учения Гурудеву это очень трудный путь, это мы можем перепутаться, потому надо взять дикша от Гурудева. Если я вам говорю, садгуру чараса карне пар, Бхагаван ке сат мамара джо самбандх хе, бахут джалди хридай ме удбатан хота хе. Если кате Гуруджи ке сат ме самбандх хоне пар, саби сунача кутхал, мне батае, кате джо гуру Парампра ме джо хам аате хе, कदर केवल गुरु परंपरा को अगर हमने कोई याद कर लिया आप किसको बेटे हो अरे भक्त नारायण महाराज के बेटे वो किसके बेटे भक्त प्रखर कैसे वो गोस्वामी महाराज के बेटे वो किसके बेटे बोले गोपाद के नयन मणिमंदिर ये विनोद मंदिर रमा
Сейчас здесь пишет член Вишванатхапати Тхакур, он говорит здесь, если кто-то взял инициацию от какой-то гуру парампара, и он сейчас только это гордость, только это настроение, что у него папа, как наш Гурудев, имя повторяет, потом его Гурудев, он взял инициацию от такой, как наш Парам Гурудев, и он взял инициацию от Шрила Пуджава, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад. Если только мы это знаем, знание, от этого тоже можно поехать от материальный мир, если только такое настроение. Если ям пер Бисунаджи Гурудев кандидат Гудана Слова Дияй, когда Шри Тика Мичатев Тика Гран Карни Гуру Прабхупад, यहाँ पर सनातन गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु और बहुत सारे शास्त्र से यहाँ पर श्लोक उदाहरण दिया है दीक्षा ग्रहण की विशेष महत्व क्या है какой важнее это дикша шла сранатан госвами пад здесь пишет шлока от бхакти расам синдху от другой места какой важный ओके हरि बोल कहते इसको बाद में तृतीय जो भक्ति का जो 64 अंग का जो तृतीय जो भक्ति अंग बताए अभी प्रीति पूर्वक गुरु जी की चरण की सेवा बताए सिचास तृतीय अंग भक्ति от 64 अंग है इस что надо служить лотосный стоп своя гурудеву इसलिए когда निष्कपट होकर के когда Гуру Джи Чарани нискапат ху карке, жав ам сева карте хин, когда жиско прасад удар Бхагаван ка крипа, саб чалди жалди прапта. Without duplicity. Без другой причины, только для прогресс духовный. Если кто-то будет служить так, такое настроение, тогда очень быстро можно прогресс. Если адарса руб ме, हमारे कहते हमारे उपनिषद में उपमान में कैसे गुरुजी का सेवा किया उन्होंने कैसे गुरुजी का आदेश पालन करते हुए कैसे दूध नहीं पिए कुएं में गिर गए कैसे कथा ग्रंथ हो गए उदालक कैसे गुरुजी आदेश दिया कैसे मेरे गोबर में पानी डालता सो गया कहते ये सब हमारे गुरु परंपरा ये सब सीखा है गुरुजी का सेवा कैसे संपूर्ण रूप से करनी चाहिए как идеал у нас есть उपनिषद там написано что упоминаю был один ученик он своя, как служил своя Гурудеву и как слушал своя Гурудеву. Мы знаем эту историю моей беседы, что он как работал как пастор для своей Гурудеву. И Гурудев послал у него, и у него ничего не дал кушать. Но через немножко день Гуру позвал у него, он сказал, ты очень хорошо выглядишь, что ты кушаешь, я тебе ничего не дам, я не кушаю, но не потаю. Да. Я ничего не дал тебе кушать, как ты держишь себя? Он сказал, что я пастух, мне много коров, и послали мне вместо корова. Тогда я что, корова, они имеют молоко, я это пью. А тогда я держу себя. Он сказал, ну я тебе не сказал, что ты можешь пить это молоко. Тогда он оставит это пить, и через немножко день обратно он спрашивает Гурудев, что ты все равно хорошо выглядишь, и как ты можешь жить? Он сказал, что я не пью молоко прямо от груши. Гурудев сказал, что может быть это тленка, они может быть не пьют молоко от своего мать-груш, потому они думают, что ты голодный. И потом он сказал, окей, потом через немножко времени обратно, когда Гурудев спрашивает, что все, ты обратно хорошо выглядит. Он сказал, я прямо не пью молоко от груш корова до этого, когда теленок не выпили. Когда теленок они уже выпили, тогда я что оставился, это я использовал для себя. Тогда Гурудев сказал, может быть, теленок тебе думает, для тебя жалко у него, потому они не пьют до конца и оставят для тебя. Тогда он оставил это тоже выпить. И сейчас он обратно спросил, что ты обратно хорошо выглядишь, как ты можешь жить? Он сказал, я не пью молоко прямо от груш корова, что остается, что уходит от теленок руба. Я пью. Он сказал, я это тоже не сказал, ты как ты, я тебе это не дал, тоже инструкция, ты можешь пить. Но через минувшее время он был очень-очень голодный. И когда один раз в лесу есть такой, там есть трава,
что у него вид, как молоко, если будет делать так, у него вид внутри будет как молоко, сок, как молоко, белый и вообще такой. И он это выпил. Ну, это был яд. И сейчас он свое глаза, он стал слепой, и он глаза потерял. И он упал в какую-то ямку. Сейчас, потому он глаза потерял и не мог ходить. И тогда у его Гурудев пришел и кричит это, о, где упомянул, где ты, где ты? Тогда он кричит, о, Гурудев, я здесь. У него пришли полбоги, Ашвини Кумари, у него пришли полбоги, и они сказали, что ты стал слепой от служения Гурудеву. Мы можем дать тебе это обратно глаза. Он сказал, ну, мой Гурудев не сказал, что я могу взять глаза от мамы. Он отсказал. Потом Гурудев внутрагументальный, он был все могущий, он пришел, и когда он кричал, и потом он понял, что он упал в ямке, и взял у него от ямки, он сказал, упомяни, что тебе, он так-так-так сказал, что я очень голодный был, и я выпил от молоко, от этой такой травы, и я потерял мой глаза. Он сказал, он взял свою руку и сделал вот так, у его глаза, и он сразу, он у него пришел в его глаза, и он положил свою руку у его ноги, и голове. И голове, и он сказал, все шастра от сегодня тебе, твое сердце приходит, тебе не надо читать больше. И сразу все шастра, он видел, что он все шастра узнал. Вот так Гурудев, если мы будем служить Гурудеву, если мы будем слушать Гурудеву, вот так он может дать шанс. И не надо будет учиться. Еще один кота есть удалок, ну там такое слово, что посмотрим. Был еще один Гурудев, еще один гуру, он имел один ученик, удалок. И гуру сказал, что очень сильный дождь был, и он сказал, что о, я там положил семя для зерно, и сейчас, если очень сильный дождь, там они делают как? Плотина. Плотина. Что вода не ушла. Да. Он делал так, и сейчас он сказал, если это ломается, тогда все вода уходит, или все зерно уходит, тогда надо делать так, что это не сломал. И сейчас он пришел, он видел, что там очень много воды идет в один место, и один место там сломался. И он взял глина. Он взял глина и там положил, что эта вода не ушла от этого. Ну такой сильный дождь был, обратно он сломал. Потом он видел, что невозможно, что сколько я глина я положу, все равно это ломается. Он сам себе там положил, и что вода не ушла от этого, что не сломал это, ни зерно, все не ушло. Рис был там, да. Тогда он видел так, и сейчас он сознание потерял, потому что очень холодно тоже было для него. И сейчас Гурудев обратно кричит, что пришел, что где он видел так долго, он не пришел, тогда он кричал, где ты? Он сказал, я здесь, он не мог увидеть у него, потому он вместо глина, он все перемещено было, он не видно было. Потом он сказал, ты вставай, я не могу увидеть тебя, он вставал. Он потом видел, что он в такой ситуации, он сказал, о, я немножко сознание потерял, потому я хотел защищаться. Тогда Гурудев у него тоже, он благословение дал, он сказал, тебе тоже все шастра тебе приходит автоматически, потому ты так служишь. Харе Кришна. Это जितने साधु मार्ग अनुसरण है यहां पर बताया जो चौथा जो भक्ति का अंग होता है साधु मार्ग अनुसरण जितने साधु है जगत में लेकिन बताए अगर हमारे गोस्वामियों को हम लोगों को विशेष कर हमारे महाप्रभु का परंपरा खड़ग गोस्वामी रूप गोस्वामी खड़ग गोस्वामी और हमारे रूपानुग्रह रूप गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभुपाद पद्मा ठाकुर कहते ये मार्ग को हमें अनुसरण करके हम लोग रूपानुग्रह परंपरा है ये मार्ग अनुसरण करने पर हमें ब्रज प्रेम में भी महाप्रभु जो विशेष प्रेम को देने के लिए आए थे वो प्रेम Четвертый анга есть саду марк анусаран. Саду марк анусаран это есть, что какой дорога нам показали все мудрец, это надо
пойти этот путь только. И много не надо думать, не надо придумать, нам, что, как надо, что надо. Это все наш саду, наш мудрец, они уже показали. Ну, нам, для нам саду есть Махапрабху и Махапрабху Парампара. Махапрабху, Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатан Госвами, Шри Рагунат Дас Госвами, Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами, Пуджаба Шрила Бхактисан Сарасвати Прабхупад, Шрила Бхактинар Тхакур, Горшрилас Бабаджи Махарадж, наш Парам Гурудев, наш Гурудев и остальные все нас, наш это Гуру Парампара. Почему? Потому что, что Махапрабху хочет нам даст, и мы можем получить это, если мы будем взять эту дорогу. И они Рагануга Марг хотели они нам показать. И Рагануга Марг тоже какой-то специальный Рагануга Марг, где что Брадж-прем. Брадж-прем тоже только это, что Махапрабху нам хотели дать. Харша. Нитай Гаур-Брахманенде. Полесари Гуруджи Махараджи Ки. Когда сам ко, хочу Гуруджи Ки, аур кучи катха. Вечером мы будем слушать Гуру Ката и Ката Гирирадж. Что? Вопрос. Вот тут три рождения вы сказали, да? Вот первое, это которое физическое рождение от мамы и папы. Второе, это вот посвящение, когда вот церемония посвящения, когда шнур одевается. Да? А третье, это дикша. То есть у нас что получается? То есть дикша, по сути, это второе и третье рождение, когда Гурудев дает, да? Вот у нас. В Индии, знаешь, какая традиция есть? В Индии, если ребенок какой-то 11 или 10 лет, тогда у него желается здесь. Такой традиция. Потом это два сказали. Ну, мы предли, мы желаем один раз. Это оба церемонии. И пусть не есть, и апне пинтера, и тайнер, и мата питасе, и пинтера, и самскарасе, и пишасе. То ये दीक्षा और हमारा उपनयन संस्कार जो इकट्ठे होता है मैंने कहा इंडिया में ऐसे होता है कि उपनयन संस्कार पहले कर देते हैं वरना हम जैसे करते हैं वैसा नहीं इंडिया में पहले कर देते हैं इसीलिए हमको दो अलग अलग करके बताया можно вот служение лотосным стопам гуру это вообще это как понять я не понимаю просто этого вот выражение такое как Шримати Радхарани служит сиянию с лотосных стоп Кришны. И вот объясните, пожалуйста, мне это. Что Гурудев говорит, это надо делать, это больше не надо обязательно, что у него надо стать близко, и у него надо служить. Это что Гурудев говорит, может он живет в Москве, а может он живет в Индии. Если он что сказал, что джапа надо читать, и утром надо вставать, он инструкция дал, да, тилак надо делать. Если вы соблюдаете это все, может дать, чтобы служить Гурудеву. Это служение лотосным стопам? Yes, yes. То есть это просто метафора? А? Это просто метафора? Это не метафора. Это не метафора. Когда вы так делаете, это служит Господу, его лотосным стопам. Я говорю, что ты мне сказала, что lotus feet of Gurudev we should worship and serve. То я говорю, что если Радарани делает, то ये lotus feet हम कैसे हम serve करें, अगर हम Gurudev से अलग रहते हैं, तो मैंने कहा गुरुदेव ने जो बोला है जो आपको बोला है कि जप करो ऐसे तिलक करो ऐसे नहाओ ऐसे सब कुछ करो भजन करो अब ये सब करते हैं तो यही है करें तो ये लोटस फीट सर्विंग कैसे हो गया ये जिसमें सुगंध था सौरव था जिसमें माधुर्य है तो किसमें है कहते भगवान का नाम में प्रेम में धरती में माधुर्य Почему мы говорим это, что лотосный? Потому что это не материальный, это есть трансцендентальный. Это лотос. Где лотос? Что это? Это лотос, это такой святый, что имеет очень красота и очень хороший запах. И очень хороший запах можно читать. И очень красиво, сладкий. Это есть имя Господь. Если когда мы будем служить у него, тогда можно читать, мы служим лотосный. Это Радха Кришна Гурудев. Это не материально, это не можно читать, что я далеко Гурудев. Ну, как я. А это вот еще вопрос, а почему тогда вот поклон в стопы делается, то есть со стоп, то есть вот именно материально. Берут, да, то есть пыль. Пыль. Потому это не материально. Если мы трогаем свою руку, если мы трогаем руку кому-то, и тогда это читается, это грязный.
это надо помыть. И сейчас мы сам взял лотосный пил, лотосный стол Гурудев, это грязный, но это потому можно узнать, что это трансцендентальный, это другой. И даже, может быть, если мы будем взять пил от дорога, это мы будем стать грязным. Если мы берем пил от Гурудев, то или Рада Кришна Махапрабху, это мы трансцендентальный, нечистый, трансцендентальный, мы взяли что-то. А почему, ну вот именно стопы, почему вот не руки, не там говорили, почему именно вот эта часть тела? Когда мы взяли защиту от кому-то, тогда мы даем нам, что дай мне защита, ваш лотосный стоп. Uh-huh. Это не, как можно сказать, это не что дай мой ваши руки. От руки он может дать благословение. Это पांव को क्यों छूते हैं हम हाथ को क्यों नहीं छूते दूसरे को क्यों नहीं छूते हैं अरे इनका सारी कृपा प्यार होता है सेव मिले तो उन्हें ओनिवे उन्हें ये नागे अगर जो चरण में कद भगवान का जो चरण में जो बताया उन्हें के चिन्ह भगवान का चरण उन्हें के चिन्ह होता है и Господь стоп он имеет, как вчера мне рассказал, наверное, что 19 знак. И каждый символ имеет какое-то значение. И качество Господь, то имеет, это приходит перед ним тоже. Потому чаран это стоп, это такой важный. А почему у Господа лотос, ну стоп, именно в стопах? Ваши Кришна, я не знаю, почему. Кришна что делал, это кто можешь у него дать слово? Почему вы так делаете? Почему день светлый и ночь темный? Почему луна такой белый и солнце желтый? Кто можешь понять? Это не мой мир. Кто он делал? 2 + 2 + 2 = 4. Почему не 5? 2 + 2 = 4, почему не 5? Ну это есть 4, это такой закон, что он делает, делает. Угу. Да? А вот если, например, ученик получил дикшу от гуру, который, может быть, был хорошим вайшнавом, но потом он стал общаться с женщинами и перестал быть вайшнавом, а что же тогда у ученика, вот дикша, она формально есть или она вообще никакой силы не имела? Кереньки, агар кой. गुरु से दीक्षा लिया है और वो उस टाइम ठीक थे वैष्णव थे लेकिन बाद में वो स्त्री संगी हो गए तो क्या जो इस भक्त के पास जो मंत्र है जप है इसमें कुछ शक्ति रहती है कि ये बेकार हो जाता है हाँ शक्ति तो रहती बेकार नहीं होती लेकिन उनका अंदर में जितना भक्ति का परिमाण उसका अंदर भी उसका शक्ति रहता है मतलब शिष्य के हृदय में जितना भक्ति परिमाण ये पूछा कि शिष्य के हृदय में क्या कितना रहेगा शिष्य के लिए कोई फायदा रहेगा कि नहीं रहेगा शिष्य के लिए सच कल तो रहता है पूरा तो खत्म नहीं होता कुछ रहता है लेकिन तब उसको तो शब्द तो महाप्रभु के ही है असल में तो गुरु परंपरा महाप्रभु गुरु परंपरा से ही आ रहे हैं शक्ति तो रहता है उसमें इसमें क्या कहते इसलिए जैसे भक्ति सिद्धांत है ना कभी भक्ति जैसे भक्ति वैभव पूरी वो साई महाराज हमारे जो थे भक्ति कहते प्रभुपाद से हरि नाम लिया था लेकिन उन्होंने बाद में जो दीक्षा ग्रहण किया वो और एक से प्रभुपाद अंतर ध्यान को दीक्षा ग्रहण किया बाद में उनसे दीक्षा ग्रहण किया पतन हो गए लेकिन उन्होंने प्रभुपाद से हरि नाम लिया था इसलिए उन्होंने प्रभुपाद भी गुरु मान करके हाँ वो मंत्र उन्हें सर पर प्रभुपाद उनको पूरा हृदय से निकाल दिया प्रभुपाद भी गुरु मान कर उन्होंने कृपा जन किया उसमें क्या था कोई दिक्कत नहीं इतने बड़े महापुरुष हो भक्ति Он говорит, что силы имеет это. Это важный момент, что он один пример сказал, что был один раз Бхакти Путбашла, Бхакти Вева Пури Махарадж. Это Бхакти Вева, это наш темпл, это близко наш храм. Сева Гаджава Самни. Наш Бхакти Вева храм. Бхакти Вева прямо от Сева Кунджа, где есть, прямо что храм есть, там. Напротив Сева Кунджа он стоит. Да. Она и знает, может быть, забыл. Там Пуджапа Шила Бхакти Вайбав Пури Махарадж, он взял Харинам от Шила Прабхупад. Но потом он взял Дикша от какой-то гуру, другой,
он был ученик Шрила Прабхупад, но он упал. Но когда он упал, он бросил у него свое сердце и соблюдал бхаджан. Саблар бхаджан он очень такой могущий преданный стал. Это зависит, он говорит, что это зависит от ваш тоже, что какой и сил, какой и сил. Какой, как что вы можете сделать от этого джапа? Вы можете что сделать? Он читал, что Прабхупад мой гуру. Да. Он читал, что Прабхупад мой гуру, он соблюдал бхаджан так. И очень, ну, конечно, он очень научный преданник был, очень сильный проповедник был он. Гурудев это вечный. Если мы будем поглаживать от сердца, тогда он обязательно поможет нам. А как понять, что отношения с Гурудевом, они вечные? कैसे पता लगेगा कि हमारा गुरुदेव के साथ जो रिलेशन है वो एटर्नल है कैसे पता लगेगा कि हमारे गुरुदेव के साथ जो रिलेशनशिप है वो एटर्नल है हमारे गुरुदेव गुरुदेव एक उदाहरण देते हैं कहीं एक बेटी कोई बेटी से माँ को बोलती है उसका पेट गर्म होती है उसके लिए बोलते माँ जब मेरे पेट में बच्चा है तो बेटा ही जन्म होगा अगर मैं सोते समय अगर जन्म होगा तो पता नहीं चलेगा इसलिए मेरे को फोन लेना Гурудев дал такой момент, он один историю рассказал. Он сказал, что один молодая девочка была, и она ушла замуж, и она сейчас беременна, да? Pregnant. Беременная. И сейчас она говорит, что о, мать, свою мать говорит она. Она говорит, о, мать, я не знаю, это, что у меня будет. Может быть, я буду спать, когда я рождаю ребенок, пожалуйста, мне скажешь, мне надо поснуть. А, что я не спал, когда мой ребенок рождает. Она сказала, не надо тебе поснуть, потому что ты будет так, что все, всем ты будет это. इसलिए गुरुदेव कहते हैं इसका मतलब है भक्ति जब हृदय में प्रकट होती है वो अपने आप मानो अपने बैठ जाती है ये इसको बोलने का बस के इतना परिवार से भक्ति करेंगे शुद्ध भक्ति होगी भजन करेंगे उसे अनुरूप हमारा अनुभूति होगा अपने आप इसको वो रसगुल्ला कहीं मीठा वो खाओगे तो अपने आप पता चलेगा बोल के बोल सकते रसगुल्ला इतना मीठा लेकिन तुम खाए बगैर तुम पता नहीं चलेगा Бхакти, когда приходит, это не надо никому не спрашивать, что, как, и сам это будет вам реализация, ваше сердце. Если я скажу, я миллион-миллион слов, я скажу вам, какой расогулла. Но вы, как можешь взять вкус этого расогулла, когда вы кушаете сам? Это сразу вам будет понятно, какой. Ну, от миллион-миллион слов не могу вам объяснить тоже. Можно хитрый вопрос? Хитрый вопрос. А Махарадж попробовал он тоже согулла? Я आपने वो रसगुल्ला टेस्ट किया है अभी कोई कोई बोलने का बस तो нельзя сказать он кавар окей отлегните Ну, я послушаю меня, я один логичный, я вам объясню. Мы очень-очень любим, может быть, свою дочку или свою сын, но все равно мы не можем повторять имя своего сына или своей дочки. Каждый день, целый день, год на год, час, два, три часа, каждый день. Мы можем? Нет, устаем. И ну, мы повторяем это имя Господь, тогда сам знаешь, что у вас вкус есть или нет. Если вкус не была, вы так год на год не мог бы не делать так. Подумай. Это невозможно. Как, потому мы забиваем. Потому это как привычка стала наш. Мы забиваем это. Один преданный я слышал, брамачари из Коне, Делион, сказал, кто думает, что у него вкус нету для джапа, пожалуйста, не читая два дня джапа, а посмотрим. Да, это правда, это иногда, когда приходит такая ситуация, что мой бесви утром не мог читать и бегать туда-сюда, беспокойнее ставит ум. Почему? Что-то не хватает. Это есть вкус.
Кому надо прошить, кому надо делать, что эксперимент надо делать? Нет. Уже понятно там. Окей, хорошо. Хорошо. Дынь, ардыть, нет?